открывает серию выступлений в Кыргызстане, с которой поразил всех силой своего вокала. Один из членов жюри, Макс Ацадырбеков, даже намекнул на некую схожесть в исполнении с Димашем Кудайберген. Давайте посмотрим историю Камира. Он не только артист, он шикарный еще актер на сцене. Какой талант не только о том, чтобы максимально технично сделать то, что ты делаешь на сцене, но и передать свои чувства, свои эмоции. И у Камира это удалось на 100%. Для меня это шоу трамплин на, можно сказать, трамплин на высшую ступень. Я работал на госслужбе и понял, что это не мое. И решил переключиться на свою работу мечты. Я в караоке приходил, я не выходил оттуда. Там вдохновение черпал, заряжался энергией. Когда я пою, я наоборот заряжаюсь энергией. Люди устают, я нет. Каждый раз за кулисами я слышу, одни лучше других, когда поют, когда разговаривают, танцуют. Есть над чем поработать. Есть куда двигаться и есть с кем бороться. Конечно, потому что конкуренция – это очень хорошая мотивация. Самое главное в жизни – это моя семья. Это моя опора, защита, охрана, надежда. Это для меня все. Дорогой сынок, я всегда верю в тебя. Дело не в победе. Главное, чтобы твои мечты сбылись, чтобы ты сам достиг своей цели, а я буду сильно болеть и переживать за тебя. Ждем тебя дома. А как вы ее нашли? Самый недорогой человек на свете, где-то внутри даже слезы радости. Спасибо вам большое, очень приятно, очень большой ценный подарок для меня на сегодня. В прошлый раз он вышел в образе воина и победил. Посмотрим, какой образ он выбрал сегодня. Встречайте, Камир из Кыргызстана. Faith, so will we say.
Как ты думаешь, эта песня продемонстрировала все твои возможности? Нет. Я был под таким впечатлением, что начал искать кнопку. А оказывается, ее золотой-то кнопки-то нету. Это филигранно, понимаешь? И петь так, фальцетом еще, основную партию свою, это же не просто так. Это стоит... Просто овации. Не аплодисмент, а овации. Ты показываешь бесспорный, неоспоримый талант, но при этом ты еще что-то где-то оставляешь для того, чтобы я могу еще. Хотя, казалось бы, ну куда больше? Камир, это было удивительно. Прекрасный балет, замечательное взаимодействие с ним, твоя влюбленность, то, что ты делаешь. Вот просто вот все перфетто, белиссимо. Спасибо. Я знаю, что значение имени нашего участника, Камир, это перерождение, да, как вторая жизнь, новая жизнь. И вы знаете, вот не зря вам дали это имя, и... Это имя вас ведет за собой, вы сегодня другой человек. Вот 18 лет мне уже, за все свои годы, я такого исполнения, такого таланта еще не видела и не слышала. Большое вам спасибо. Огромное спасибо за все теплые слова. Благодарю вас. Камир, ты же не сразу пришел на большую сцену. Расскажи немножечко о своем пути. Сначала я начал очень увлекаться музыкой, потому что моя мама пела в детстве. Я всегда мечтал о большой сцене. Я работал в госслужбе, но тем не менее моя душа и сердце, а самое главное, любовь тянулась всегда к музыке. И я однажды задал вопрос, ведь это я люблю. И ничего нет в этой жизни невозможного, все возможно. Талант – это 99% труда. И 1% таланта. Это и есть путь к успеху. Суперприложение iTunes экономит память вашего смартфона. Забудьте о постоянных переключениях между десятками приложений. Скачайте iTunes.